Всем привет, друзья! И так как вы видели в последнем видео, пришлось заводить заглохнувший автомобиль Renault Megane 2. У него были проблемы с проводкой. После всего этого захотелось просто посмотреть, в каком состоянии вообще общая проводка этого автомобиля. Для этого достаточно посмотреть на состояние разъемов на блоке предохранителей, на состояние самих фишек, штекеров на блоках предохранителей. Я увидел вот такую вот картину. Все у нас просто окислено. Вот это у нас штекер окисленный. У нас окисленный разъем от этого штекера. В общем, вот в таком состоянии у нас находится весь блок предохранителей. Ну, здесь понятно, что автомобиль не новый, но суть в том, что нужно хотя бы немножко следить за проводкой автомобиля. Ведь большинство всяких таких вот, как плавание оборотов, там глохнущие двигатели, там внезапно повышение оборотов, там не работают фары, не включается что-то, выключается. Все это зависит от состояния вашей проводки. В чем суть этого видео? Суть этого видео в том, что не спешите менять кучу датчиков, не поленитесь, проверьте все разъемы. Если вы в этом ничего не понимаете и не хотите туда лезть, отвезите свой автомобиль, тем более, если он у вас не новый, к какому-нибудь опытному электрику. Он у вас проверит всю проводку, и тогда у вас автомобиль будет вам служить верой и правдой и не будет вам забивать голову. В общем, спасибо всем за внимание, всем хорошего настроения, всем пока.